Предвыборная гонка начинается 6 июня. С завтрашнего дня и ровно месяц будет формироваться список кандидатов в губернаторы региона. С 5 июля кандидаты должны будут принести в избирком листы с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований. Подписей должно быть не менее 162. Из них 49 должно принадлежать депутатам муниципальных советов и округов. Считается, что кандидат, набравший необходимое количество подписей, заручился поддержкой у избранников народа и сформировал свою команду. До 8 августа окончательный список кандидатов в губернаторы будет сформирован. Примерно в это же время начнется пропаганда в СМИ. В облсберкоме ожидают явку выше, чем на выборы в областную думу, то есть более 31%. Баллотироваться в губернаторы имеют право только представители политических партий. В Ивановской области зарегистрировано 61 представительство. На прошлой неделе проводили совещание с представителями политических партий. Именно по выборам губернатора обучающего плана у нас присутствовало на нем 12 региональных отделений, представители 12 региональных отделений. Вот из 61-го 12 региональных отделений, наверное, интерес имеет определенный к этой избирательной кампании.